Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня 1 сентября, за окном дождь, и весь мир прямо сейчас отмечает Международный день знаний. День, когда многие школьники идут в школу, не только школьники, ученики, учителя. То есть время, когда люди начинают обучаться и обучаться активно. И в честь этого в том числе так совпали даты, так получилось, что фактически совсем недавно, в самом конце августа, наконец-то вышел первый том очень долгожданной многими йога Васиштхи. Это очень древний текст, классический текст по Адвайта Веданте, классический текст одной из школ философии, индийской философии. И это первый раз, на самом деле, уникальное событие, когда этот текст напрямую переведен с санскрита на русский. До этого йога Васиштха, она была доступна в переводе на русский язык, который был сделан с перевода английского. И это уникальный случай, когда есть перевод с санскрита, это более полный, более качественный перевод, тем более, что перевод с английского делал и перевод с санскрита делал один и тот же человек. Это Свамини Видьянанда Сарасвати. Я, кстати, настоятельно рекомендую ее канал, подписаться, послушать ее лекции, если вас интересуют лекции по философии Адвайта Веданты. Подпишитесь, слушайте, смотрите. Этот человек очень мудрый, очень знающий, для того, чтобы вы могли понять эту и познакомиться с этой традицией. Сейчас же мы запускаем, наконец-то, долгожданную, кто следит за каналом, запись аудиокниги, озвучку йога Васиштхи, для того, чтобы как можно большее количество людей смогли познакомиться с этим прекрасным, потрясающим, невероятно мудрым, наполненным мудростью произведением индийской философской мысли. Озвучивать буду, конечно же, я, ваш скромный слуга, и, конечно, это огромный кусок работы, огромный кусок труда, и я приглашаю вас принять в этом участие. Примете вы в этом участие или нет, проект все равно будет реализован, но просто таким образом я предоставляю вам возможность в этом поучаствовать, тем более, что будут некоторые чисто символические бонусы для тех людей, которые захотят поддержать именно озвучку йога Васиштхи. Она будет распространяться бесплатно и свободно. Собственно говоря, и сейчас вы можете скачать текст первого тома абсолютно бесплатно, ссылки будут в описании, и поддержать перевод последующей работы, потому что это тоже огромный труд. Ну а сейчас же на сайте planeta.ru создан краудфандинговый проект. Это в первый раз, когда я участвую в чем-то подобном, и вы можете поддержать его для того, чтобы я мог более качественно вовлечься в этот проект, сделать эту работу наилучшим образом и для того, чтобы это знание распространялось. Поэтому спасибо вам огромное, спасибо всем тем, кто решит принять в этом участие. Если по какой-то причине у вас нет возможности поддержать нас финансово, вы всегда можете поддержать комментарием, репостом, лайком, хорошим словом, хорошей мыслью, и это уже будет прекрасный повод для того, чтобы мы обрадовались. Сможете просто потом послушать, познакомиться с йога Васиштхой, можете познакомиться с тем вариантом, который есть сейчас, и с тем вариантом, который будет озвучен позже. Спасибо вам большое, что вы с нами. Спасибо, что интересуетесь темой индийской философии, философии и вообще темами того, кто есть я, что есть я, зачем я здесь, что есть жизнь, что есть мир, который нас окружает, и какие взаимоотношения этого меня и этого мира будут наиболее правильными, наиболее корректными, наиболее мудрыми. Поэтому спасибо всем тем, кто будет нас поддерживать. Поехали! Проект начинается!